Итак, всем привет от Ромы из Одессы. Мы аквариумы. Решил снять видео спонтанно. Вот, могу рассказать, как у меня дела. В принципе, в свете последних событий руки не сильно доходили до аквариума. Но туркисы мои подросли. При том, что они без трубочника в основном растут. Зимой не было его в Одессе из-за холодов, а потом было уже не до трубочника многим. Ну вот, и на фарше, который я делал для взрослых дискусов, и на всяких разных заморозках мои рыбки подросли значительно. Это вот одна тут осталась красненькая, это Аленкина, она затянутая, она не растет, ее уже все переросли в этом аквариуме. А когда-то она плавала тут крупненькая. Остальные красные рыбы выросли еще больше. Я их перевел в мой аквариум к взрослым рыбам. Тут, собственно, все по-старому. Что-то меняется, что-то садится, вырывается постоянно. Зомби-улитюшник. Давно не кидал я ловушку для улиток. А надо было бы. Стуризомы мои, анциструсы, малые стуризомы плодятся без остановки, ну точнее плодятся крупные, а малые, вот мы видим, вот они везде тут сидят. И вот в углу их там пачка сидит. В общем-то, стуризомы имеются. Тут какие-то криптокарины разрослись очень сильно. Тоже надо вырвать, руки не доходят. Растений стараюсь поменьше. Но оно все равно все растет. Травник есть травник. Вот мой кубик с буцефаландрами. Тоже тут все в порядке. Купил я гупи. 6 девочек, 3 мальчика. И наплодились они тут за недели 3 в сумасшедших количествах. Гупи есть гупи. Буцефаландры разрастаются. Папоротнички. Криптокаринки, нури. Цветут вон, бросают цветочки. И сторизомы тут тоже у меня пузатые. Папандеты, фуркаты здесь плавали раньше. Выпрыгивают они. Было 10, осталось 4. Повыпрыгивали все, что-то пугаются иногда, приходишь. А уже минус одна. Гупи не прыгают. Жиробасины будут рожать снова. Что тут еще сказать? Креветочки на месте. Севельки на месте. Все как бы, все живет, все размножается. Пойдем посмотрим еще аквариум с большими дискусами. Вот мой второй аквариум, до него тоже руки не доходят. Вот мои подростки, раз, два и три. Это те, кого я перевел уже сюда. Вот они по размеру. Вот старая рыба крупная, вот молодая рыба. По размеру они одинаковые. Только глаза у этих маленькие, а у этих беньки здоровые такие. У этого маленькие глаза.
Вот его большие. То есть, если смотреть по глазам, то может еще даже вырасти должны. Но тут уже я их не закармливаю сильно. Кстати, вот Аленкина рыба сделала пару с красным и стоит на икре. И если честно, мне кажется, это 10-я кладка за этот месяц. Она может быть рядом с гуппи, жила и насмотрелась на них. Но это что-то нереальное, я такого еще не видел. Она только с икры слезет, сразу же новую. Только слезет с икры, сразу новая. Вот подросточки. Вот подросточки, которые в травнике выросли. Не претендую на то, что это должна быть супер рыба, супер форма, но для меня вполне. Вот это в крапе рыба, и у нее что-то с губами бывает. У нее такие губы бывают, как будто она их накачала чем-то. Но я ее не лечил от этого. Но она, надо сказать, чуть-чуть меньше, чем остальные. Вот они три как раз выстроились. Вот те, что были. Все как бы тут тоже более-менее. Радостомусы кружатся. Анциструсы там. Стюризонки тут подросли, тоже мелких кинул уже. Достаточно большие стали. Анциструс короткохвостый. Эти ребята в кадр лезут. Ну, пока так. А, еще надо сказать, что я фитофильтр сварганил. На скорую руку. Вот это с красными цветами. Какое-то мужское там, мужская радость, это женская радость, что-то там как-то так она в народе называется. Короче, мужская радость цветы кидает постоянно. Вот снизу там они лезут и лезут и лезут без остановки. А вот эта женская счастье или радость, как ее зовут, стала зеленые цветы кидать. У меня в полюдариуме, кстати, она была, и тоже были зеленые цветы. А должны быть белые. Говорят, что-то не хватает ей. Ну, либо много света, либо много воды. Пальма вот эта какая-то тоже у меня в полюдариуме была. Она очень медленно растущая. А это вот справа драцена. Обычная вот эта псевдобамбук, которая. Тоже, кстати, у меня в полюдариуме она была. Я ее забрал, она... На горшке, в горшке была, на подоконнике. И вот она добралась до опять аквариума. Вон в надводную часть перешла. Тоже. Pintorum sinoides, он, по-моему, называется. Стал в надводной форме уже расти. Никто его не стрижет тут. Только водичку я меняю. С удобрениями тоже у нас не все хорошо. Я перешел с Ермолаева на самомесы местного дядьки тут. Ну, вроде пока так, плюс-минус. Вот эту бомбануло. Криптокарину. И зелеными, и не зелеными. Ну, надо сказать, я ее еще недавно сюда пересадил. При этом она зацвела. Но
что-то ее немножко водорослями прижало. Ну, такое. Водоросли, дело такое, пройдут. Ну, в общем-то, как-то так. В общем, как-то так. Так что всем удачи, мира, добра. Ждем победы. С любовью из Одессы.